Добрый вечер! Я рад приветствовать всех поклонников смешанных единоборств. Добро пожаловать на 58-й турнир ММА-серии Mansion Fighters! Сегодня вас ждет 13 ярких поединков с участием амбициозных дебютантов и любимцев ММА-серии. Бойцы из Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Египта, Бразилии, Азербайджана и России выйдут в октагон. Поединки пройдут по формуле 3 раунда по 5 минут, а 3 боя будут иметь формат фиджитал единоборств. Это, друзья, игры будущего. Сейчас представляю вашему вниманию судейскую бригаду. Главный судья – Олег Бессуднов. Боковые – Елена Клявлина и Тимур Хаметов. Хронометрист – Кирилл Литвинов. Рефери в октагоне – Константин Костоправов и Артем Алексенко. Откроют наш турнир не просто три поединка андеркарда. Это будут бои в формате фиджитал единоборств. Совмещение игры в приставку с реальной частью ММА. И первыми возьмут джойстики в свои руки Майрамбек Сатимкулов и Шеридин Аксаколов. Здравствуйте, друзья. Мы начинаем, вернее, уже даже начали прямую трансляцию турнира ММА серия с 58 Fighters Mansion, или бойцовский особняк, если уж так переводить. Сегодня для вас будут работать я, Григорий Стангрид, и мой коллега Роман Сафронов. Всем горячий привет из Подмосковья. Здесь мы располагаемся в специально оборудованном месте для того, чтобы парни могли порубиться в приставку и потом могли выяснить отношения в клетке. Все как обычно. Наверное, даже это немножко похоже на какие-то такие домашние посиделки с друзьями, когда ты немножко проигрываешь, недоволен тем, что проиграл, а почему бы не решить взаимоотношения в клетке? Бойцы сыграют за персонажей известного файтинг-симулятора. Один выбрал Кабала, ну а второй будет за Рейдена. Итак, поединок уже виртуальный начался. Еще раз напоминаю, что виртуальный бой перерастет в реальный, как только выяснится победитель на приставке. Мы переместимся в октагон, и там уже бойцы начнут выяснять отношения всерьез. Да, пока в равной степени так начали. Персонаж в шляпе был чуть успешнее. Он же Рейден. Да, совершенно верно. Кабал, соответственно, оживился несколько позже. Ну и вот сейчас Рейден газ пол, что называется, полный. Здорово добивает и совсем немного остается. Да, собственно говоря, первый раунд остается за Рейденом. Победа в первом раунде осталась за Шеридином. Да, отметим, что Шеридин Аксаколов вышел на коротком уведомлении. Поскольку изначально у Майрамбека Сатимкулова должен был быть другой соперник, и замена произошла буквально вот в последний момент. Так что, в общем, посмотрим, чем все это закончится. На виртуальный поединок, наверное, это никак не влияет, а вот на реальный, конечно же, там будут свои нюансы, когда готовился к одному сопернику, вышел другой, ну а, соответственно, тот, кто на коротком уведомлении, тот вообще, в принципе, узнал, кто будет его соперником за какое-то короткое время. Так, у нас 1-1 по раундам, поэтому финальный решающий третий раунд. Да, такая нешуточная драка в нереально пространстве у нас развернулась в бойцовском поместье. И ну, решающий нужен. Да, вот он. Тройным комбинационно действует, в общем, у нас Сатимкулов. Знаешь, я уже даже пытаюсь визуализировать, когда ты говоришь, комбинационно действует, как это было бы в реальном поединке. Ну, вообще близко. Тут и колени, и
прямые вот отличные, но, правда, без применения спецсредств. Я надеюсь, все обойдется. За это будет, за этим будет наблюдать и следить теоретическая комиссия, которая есть здесь специально для этого. И совсем немножко остается жизни уже. И вот, собственно говоря, концовочка. Все. Победа осталась за Шередином. Совсем скоро бойцы вновь окажутся в роли противоборствующих сторон, но уже в октагоне. Первый бой в легчайшем весе открывает сегодняшний турнир ММА серии 58 Fighters Mansion. В синий угол октагона приглашается боец из Кыргызстана Майрамбек Сатимкулов по прозвищу Саян. Майрамбек Сатимкулов, прозвище Саян, молодой боец, 20 лет ему, 2002 года рождения, из города Ош, представляет спортивный клуб «АЛАТО». На профессиональном поприще провел один бой, одержал одну победу. Так что, в общем, в самом начале своего карьерного пути уступил он виртуальный поединок. Посмотрим, как будет в реале. Да, прозвище он носит не зря. Я так понимаю, что отсылка идет к Саянам, к горному хребту, которые располагаются в том числе и на территории Кыргызской республики. Такой своеобразный отсыл к горскому, к менталитету гор. И последние буквально приготовления остались для того, чтобы выйти Майрамбеку Сатимкулову. Да, провел он один профессиональный поединок. Выиграл его сабмишеном на WEF. Это как раз промоушен, который имеет непосредственное отношение к Кыргызстану. Ну и теперь второй поединок, который ему нужно будет провести против своего оппонента Шередина Аксакалова. В красный угол октагона приглашается его соперник из Таджикистана Шередин Аксакалов. На ваших экранах Шередин Аксакалов. Боец, который сегодня выступит против Майрамбека Сатимкулова. По данным статистическим Топологи, здесь он уже проводил поединок против Алахверди Камавова в Леки Файтинг Чемпионшип и уступил ему. И было это совсем не так давно, скажем так, в сентябре. И вот следующий бой. Нужно закрывать это поражение, показывать себя наилучшим образом. Хотя в рекорде, который здесь у нас представлен, у него одна победа. Немножко разнятся данные, но мы склонны все-таки в более положительную сторону смотреть. Раз есть одна победа, значит, в равных условиях выходят парни, и Шередин, и, собственно говоря, его оппонент Майрамбек Сатимкулов выходят по одной победе в активе, имеют. И сейчас покажут на все, что они способны. Парень в синем углу. Ему 20 лет. Рост 1,70 м. Вес 60,8 кг. Из Киргизии, древнего города Ош, представляет клуб АЛАТО. Профессиональный рекорд. Один бой, одна победа. Майрамбек Саян Сатимкулов.
Его соперник – боец в красном углу. Ему 25 лет. Рост 1 метр 68 сантиметров. Вес 60,8 килограмма. Из Таджикистана. Имеет в своем активе одну победу в одном поединке. Шаридин Аксаколов! Рефери в октагоне Артем Алексенко. Ну что, открываем турнир уже непосредственно поединком в абсолютно реальных условиях. Удары здесь будут более ощутимыми, безусловно. Шаридин Аксаколов и Майрамбек Сатымкулов. Жестко сразу же зарубаются. Откровенно говоря, пошел вперед Шаридин. Здесь зацеп. Несколько ударов по голове пропускает. Попытался пробраться в борьбу здесь Сатымкулов. Да, прессингует Аксаколов, но жестко оба парня работают. Немножко размашисто, правда. Если сейчас покороче бы кто-то из них начал работать. И перевод от Аксаколова. Закрывает гард Сатымкулов. Да, не состоялся здесь прихват за шею у Майрамбека. Хотя потенциально, конечно, было бы интересно увидеть здесь попытку гильотины. Возле сетки непосредственно находится здесь как раз... Вполне для Сатымкулова хорошая возможность для того, чтобы подняться. Не надо никуда отскакивать, пытаться отползти. Да, вот, собственно. А вот сейчас пытается гильотину провести и вытаскивает голову в Шаридин. Да, но для гильотины, наверное, уж очень сложная позиция. Все-таки положение соперника вряд ли позволит провести. Но опять же, иногда все зависит от уровня мастерства, да, мы знаем, что там, как Олейник из таких позиций проводит, что, кажется, что это вообще невозможно. Ну вот, но это Олейник. Да, но тут парни, в общем-то, только начинают свою карьеру, по факту, имея в графе победы по одному поединку. Аксаколов, кстати, чуть-чуть оживился, стал почаще попадать по голове, переводя эти удары с корпуса. Да, еще, кстати, отметим, Сатымкулов предпринял попытку вроде бы опереться на сетку, может попробовать встать, но Аксаколов его, в общем, от этого быстренько отстранил. Да, вот здесь хорошо. Ух, звучный удар получился. Да, опять прихват за шею. Пока не кажется, что Майрамбек способен подняться. Вот даже цепляет сетку немножко. Это неправомерно, этого делать нельзя. И в том числе и ногами это же самое проделывает. Но Шаридин хорошо контролирует здесь. Избежал приема. Да, пытался убрать руку за ногу. Но это для треугольника очень хорошо. Хорошая была бы позиция. Но, опять же, не позволил Аксаколов выполнить... эту хитрость. Да, здесь опять прихват, но такой буквально на несколько мгновений со стороны Сатымкулова. Вот сейчас тоже прихватывает, но это все ненадолго. Это не несет в себе никакой опасности. И по количеству ударов, конечно, за Аксаколовым из 27 21 удар. И из 21 8, соответственно. Вновь была попытка прихватить шею. Теперь уже в боковом контроле располагается Шаридин. Да, Аксаколов хорошо контролирует. В принципе, атаки есть. Но вот такого прям очень активного развития, в общем-то, нет. Хотя раунд, безусловно, он выигрывает. Причем для парней, которым свойственно, только вот им свойственно именно в таком ритме проводить в начале вот этого поединка, рваться вперед, потому что побед немного. Здорово очень. Сатымкулов поднялся и укладывает его так, просто. Но здесь уже через руку. Нет, здесь не получится ничего. На самом деле было интересно, что Аксаколов пытался выйти на боковой контроль. И вот на этом его соперник-то и подловил. Но, правда, все у нас возвращается обратно. Да, мастит отчаянно здесь Сатымкулов. Начал работать локтями по голове, оттягивая. Здорово. Здесь уже очередь была со стороны Шаридина. Вязко, но при этом так, так среднепродуктивно, скажем так, работают парни. Да, нельзя обвинить в неактивности, или, вернее, даже в пассивности. Бойцы работают. Один старается улучшить позицию, атаковать. Соответственно, Майрбек Сатымкулов обороняется изо всех сил. Минута до конца раунда остается. Из угла, говорят, жестче бить Шаридину и, соответственно, с большим удовольствием воспринимать все его вот такие удары. А вот сейчас в канвас прилетел
Очень опасно могло быть. Еще раз мажет Аксаколов, хотя такой удар может как раз очень неприятный, много неприятностей доставить Майрамбеку Сатымкулову. Хотя парень, он крепкий. И постоянно, кстати, ищет треугольник. Да, он пытается ногу повыше закинуть, заправить руку туда под ногу. Ну и за счет ног пытается откинуть соперника от себя, как-то улучшить свою позицию. Но прям прилип буквально Соколов. И все эти попытки защитные перекрывает. Ну что, продуктивный получился раунд. В принципе, пока на ногах стоят ровно. Майрамбек, кстати, присаживается, в отличие от своего визави. Я думаю, что сил-то он побольше, наверное, даже потратил, да, потому что оборонялся. Хотя тоже мы смотрим как раз статистика. Да, наверное, небольшая ошибочка там есть. Но ничего страшного здесь. Если в целом, наверное, резюмировать, статистика это на стороне Шередины и абсолютно, ну, наверное, закономерно, потому что большую часть этого раунда парни провели на канвасе после вот этого успешного тейкдауна, и Майрамбеку не удалось подняться. Соответственно, львиная доля всех попаданий, которые как раз переваливают, исключительно были нанесены именно в этом положении. Да, вот теперь посмотрим. Аксаколов перевел соперника на канвас. Сатымкулов теперь понимает, что будет, к чему будет стремиться соперник, что он будет делать, чтобы это предотвратить. Ну да, это так называемый второй раунд до тейкдауна, как будто бы. Но... какое тяжелое попадание сейчас было! Опять попытка гильотины. Прихватил шею. Но хватит. Нет, не хватит. Очень жестко там попал как раз-таки... Что там был? Лоу-кик или что? Но так низко держал голову при этом, что прилетело... Ну, мне кажется, скользнуло все-таки. То есть не прилетело в голову, а там скользнуло больше. И основная ударная мощь пришлась в область груди. От колена. Потому что, мне кажется, если бы колено прилетело точно в подбородок, то бой бы, может быть, был уже остановлен. Вполне возможно. Тем временем вот тот самый поединок до тейкдауна случился. Перевод состоялся. Здесь Шередин опять сверху. Делает определенные попытки подняться с этим Кулов, но очень хорошо за корпус и за ноги контролирует постоянно Аксаколов, не давая возможности вывернуться и выйти. Хотя, кстати... Сатымкулов очень активизировался с точки зрения работы снизу. Да, но он и в первом раунде предпринимал попытки работать локтем. Сейчас пытается как-то от сетки работать. Вот хорошая попытка может состояться здесь, чтобы встать и выкрутил. Встает, но... Тут же обратно, похоже, сейчас переведет его соперник. Пытается так, мастить. За корпус хорошо прихватил. И вот сейчас можно вставать. Да. Сейчас можно вставать. Отлично. Очень здорово отработал здесь Майрамбек. Ну и удержит ли он бой в стойке? Ну, как правило, это длится несколько секунд. Как легко Аксаколов его поймал. Ой-ой-ой-ой, вот сейчас какой локоть справа прилетел, очень тяжелый удар. Но пока рассечений мы не видим. Вот здесь пытается опять за шею прихватить Майрамбек, но ему нужно двигаться по той же самой схеме, в общем-то, к сетке. Мастить, вот так вытаскивать таз, как он это делал. Или работать снизу, постоянно обозначая активность, потому что, друзья, напоминаю, что положение гарда является нейтральным. И здесь считаются... Только активность, попадание, собственно говоря, работа. Да, другими словами, просто залежать не получится. Да, совершенно верно. Именно это как раз сейчас, вернее, работу очень продуктивную демонстрировал Майрамбек. Попытка пересесть диагональный контроль. Уперся здесь, уперся крепко. Шередин ищет возможность. Ой, под правую, как хорошо ложилась здесь. И встает Майрамбек. Здорово, но ненадолго. Просто хищник, как будто бы преследует свою жертву. Очень здорово
сверху вновь оказывается за счет головы, хорошо контролирует и не дает возможности подняться. Здесь опять мастит, но там за две ноги его прихватывает, поэтому нет точки опоры. Невозможно вывернуться. Хотя, кстати, удары продолжает пропускать в голову. Не очень акцентированный, но так или иначе. Ты знаешь, кстати, вот в этом раунде еще вопрос, а кто нанес больше ударов? Потому что очень активно Сатенкулов работал снизу. И Аксаколов, как мне показалось, иногда очень много внимания уделяет, тратит времени на то, чтобы вроде бы улучшить позицию, но нет, не хватит, такое ощущение, что... Да, до гильотины не хватило. Здесь опять вытащил шею Шередин. Вот здесь хорошо по касательной. Сам при этом тут же получил. Обменялись они такими ударами. Ой-ой-ой, там по затылку, по-моему, били. Но обращает внимание судья. Вот здесь опять удары летят в голову. Ууу, здорово. Локоть на вот этот вот правый. По голове. Мейрамбеку. Подкручивается, подкручивается Сатенкулов. Вот здесь состоится ли? Нет, именно в борьбе и в технике борьбы, конечно, Аксаколов лучше. Троллится, но так неудачно на шею сейчас приземляется Сатенкулов. В итоге разворачивается, опять работает локтями. И... Так, вот позиция бокового контроля. В прошлый раз, кстати, Сатенкулов умудрился выйти из этого положения. Ну вот мы видим, что опять заходит в гард почему-то Аксаколов. Интересно, как-то боковая позиция сбоку, она лучше, выгоднее, но вот почему-то вернулся в гард. Как-то привычнее ему, видимо. Да, и опять включаются на последние 10 секунд парни, начинают рубиться, полетел с ударами Шередин, и все, пауза. По рисунку, в общем-то, наверное, чем-то похожий раунд мы увидели. Гораздо было больше, правда, возможностей подняться у Сатенкулова. И вот тот удар, конечно, хочется мне посмотреть. Да, но вот еще раз, большой вопрос, кто реально нанес больше ударов по ходу раунда, потому что очень хорошо Сатенкулов снизу атаковал. Поэтому неоднозначно. Если первый раунд вполне очевидный в пользу Аксаколова, то здесь не совсем. Так, смотрим как раз. Да, он... да, ты прав. Совершенно верно. Удар пришелся в грудную клетку. Если бы, конечно, по голове бы там огрел бы так своего оппонента, то, наверное, мы бы уже столько боя не смотрели бы. Я думаю, что да. Все-таки навстречу удар коленом, там даже не обязательно прямо именно в подбородок, просто в лицо. Чаще всего ничем хорошим не заканчивается для того, кто его пропускает. Ну что ж, финальный решающий раунд. У нас виртуальный поединок 3 раунда продлился на приставке. И вот теперь реальный бой также заходит в 3-й раунд, который, может быть, я не исключаю, что счет и 1-1, может быть, этот раунд является решающим. Разница только в виртуальной составляющей, что мы знаем, как закончились решающий карты из раунда. Раунд! Мы знаем, как закончился в целом поединок, а вот здесь совершенно неясно. Вновь проход абсолютно закономерный и понятный со стороны Шередина Аксаколова. Там прихвачена рука и шея вместе, но опять же это все... Знаешь, Ром, я вот в момент перерыва хотел тебе сказать, что давай поспорим, что поединок менее чем через 10 секунд переместится на канвас. И забыл тебе об этом сказать. И он менее чем за 10 секунд переместился на канвас. Но я боюсь, что я бы не спорил. В чем дело? Мы бы продемонстрировали единодушие. Хорошо, правительские тогда качества продемонстрировали бы. Так, спину забирает Аксаколов. Ну, да. Была уже такая подобная позиция. Кстати, шорты слазят с Сатенкулова, их бы вернуть назад. Да, слезает, тут бы поправить на самом деле экипировку, но я думаю, будет момент. Ну ладно, пока это никому не мешает. Тем более, когда боец лежит на спине, там просит об активности РФ. Ну, вот снизу, да, работает Сатенкулов. Я думаю, что он понимает, как все идет, и что совершенно не ясно, кто здесь лучше и насколько, потому что действительно надо считать удары. Ты знаешь, я бы еще отметил физическую готовность бойцов, потому что настолько изнурительный поединок, энергозатратный, и тем не менее один продолжает упорно атаковать, другой продолжает упорно обороняться. Причем мы иногда на более
высоких уровнях, да, наблюдая меньшую физическую готовность именно с точки зрения выносливости. Да, дышат очень хорошо парни. Там вообще Кимуру собирался Майрамбек проводить. Не удалось. Здесь опять хорошая вроде бы попытка подняться. Вот здесь бы упереться в сетку спиной для того, чтобы подняться. И очень-очень грамотно Шередин его разворачивает и не дает возможности. Вот сейчас они так уперлись немного. И сверху уже прилег Аксаколов. Здорово. Здесь очень хороший плотный удар с правой прилетает. В ответ летят локти по голове. Еще слева. Да, вот сейчас видно, что подустали уже парни, что садится немножко батарейка у каждого. Но опять Кимура, попытка здесь состоится ли со стороны Айрамбека? Нет. Вот у Сатымкулова очень оптимистичные попытки. Попытки выхода на гильотину, на Кимуру, накинуть треугольник. Но там либо, может быть, мастерства немножко пока не хватает. Бойцы-то молодые, еще начинающие. Ну, либо позиция, в принципе, не располагает к подобному. Еще одна попытка встать со стороны Сатымкулова. Времени-то еще очень много. 2 минуты до конца поединка в целом. Там в очередной раз хорошие удары справа залетают от Шередина. Основное такое действие, скажем так, в этом положении. И, что самое важное, успешное действие. Вот здесь заберется ли за спину? Нет, кстати, и в принципе не старается, причем вполне устраивает именно такое положение, с которого вот так можно рубануть еще с правой. Шередин абсолютно логично действует, исходя из того, что мы видели, когда тебя удивило, что он из бокового контроля пересел в гард. Здесь абсолютно для меня уже ничем удивительным не кажется, потому что ему комфортно, он так контролирует абсолютно точно весь этот поединок и работает в собственное удовольствие. Зарабатывая в глазах судейского корпуса необходимые баллы, полезные действия, скажем так. Вот здесь очень опасно! А вот это уже по треугольнику, ну, пока не очень. А вот сейчас посмотрим. Пока не плотно треугольник закрыт. Крутится. Здесь а вот сейчас, да, вот сейчас уже опасно. Вместе со Слэмом пытается выйти. Ух ты! Ну, здесь намудрил что-то Сатымкулов, если честно. Айда Шередин, айда молодец. И с абсолютно мертвой ситуацией для себя. Просто как удав действовал Сатымкулов. Ждал момента и дождался. Немножко драмы под конец боя. Да, и возвращает в привычное лоно этот поединок Шередин Аксаколов. Упирается до последнего, забираясь именно в борьбу. Еще последние мгновения. Здесь уперлись парни в такую патовую ситуацию. Один не может подняться, другой не может до конца перевести. А вот удары тем временем набрасывает Майрамбек и просто уже дожидался концовки Шередин. Празднует победу, считает, что он выиграл. Ну, наверное, логично, закономерно. Потому что секунданты и сам Майрамбек не готов пока вскидывать побед на руки. Да и в целом мы официальное решение узнаем чуть-чуть позднее. Давайте пока посмотрим еще раз. Вот здесь как справа работал хорошо, и локти всегда в ответ летели. И вот тот мертвый армбар, казалось бы, который был, хороший слэм. Ну, там и треугольник неплохой был в какой-то момент. Потом перешел на армбар. Я хотел бы обратить внимание, вот во время армбара здорово очень ногой сбил голову и не дал возможность зафиксировать прием Шередин. И за счет этого как раз-таки вышел из этого положения. Ну, я думаю, что победитель виртуального поединка и окажется победителем и реального боя, судя по тому, что мы увидели. Ну, дождемся решения. Уважаемые болельщики, редко такое бывает, но сегодня первый поединок продлился 3 полных раунда. Победу единогласным решением судей одержал боец красного угла Шередин Аксаколов!
Шеригин Аксаколов за счет работы на конвасе, переводов добился победы. Празднует сейчас достигнутое вместе со своими секундантами. И еще раз его поздравляем с трудовой такой тяжелой очень победой. Ждем следующие пары. У нас два бойца. Один будет представлять Кыргызстан, а другой Узбекистан. Но об этом попозже и поподробнее. Сейчас посмотрим еще раз основные эпизоды из предыдущего поединка. Возвращаемся на ММА серии 58 Fighters Mansion. На очереди второй поединок в формате виджитал единоборств. И первыми в виртуальном бою сойдутся Ариет Кубанычбек и Балибек Ехшиев. Приглашаем их к джойстикам. У нас второй виртуальный бой, ну, вернее... Мы продолжаем необычный эксперимент игры будущего, где совмещаются виртуальные битвы с реальными поединками в октагоне. Ариет Кубанычбек выбрал бойца Люканга, а Балыбек Ехшиев будет пытаться победить его с помощью Саб-Зиро. Ну и уже потом оба бойца выйдут в октагон. Да, представляю себе, насколько было бы обидно, если бы парни не умели драться в реальной жизни. Один другого бы в одну калитку выигрывал, а потом следующий этап был как раз драться. И драться было бы обязательно необходимо. Но благо, наши парни не только великолепно владеют джойстиками, но при этом еще и хорошо ведут себя в клетке с большим и хорошим пониманием того, что нужно делать, даже несмотря на то, что они, возможно, только первые профессиональные поединки проводят. Да, Рома, а ты нечто подобное комментировал когда-нибудь, нет? Честно говоря, нет. И вот именно с таким элементом игр очень здорово, конечно, парни выглядят в этих халатах. Преуспевает Лю Кэнг. Саб-Зиро пока лежит, откровенно говоря. Предпочитает на конвасе проводить этот поединок. Хотя по шкале жизни там немножко... Да, все-таки у Лю Кэнга есть преимущество. Вообще удобная дисциплина, между тренировками реальными как раз можно выхватывать пару часиков, потренировать именно вот эту часть, а тут приближается у нас шкала к концу у Саб-Зиро. Сейчас еще буквально несколько ударов и все будет закончено. Первый раунд у нас остается за Люка. А ты же видел этот кусок интервью, скажем так, Макса Холлоуэя, где он рассказал, что некоторые элементы своих
приемов он из первой части UFC взял. Здорово, нет. О, да, он поиграл в эту игру и там увидел несколько приемов и сказал своему тренеру, а давай вот попробуем наработать вот такие вот элементы. И вот у них прям что-то получилось, и он даже что-то там в боях применял просто из игры. Вот, звучит, конечно, поразительно, но Холлоуэй все-таки боец элитный. Вот, ему тяжело не верить, наверное, в этой ситуации. Да, здесь суперудар получается у нас у Саб-Зира, хотя вот, собственно говоря, его участие в диджитал-поединке закончилось только что. Поединок завершен. Победу одержал боец из Кыргызстана. Отправляем сейчас бойцов за кулисы и буквально через 30 секунд они появятся перед вами, но уже джойстики отложат в сторону. И все действие развернется в октагоне. Мы продолжаем MMA-серию 58 Fighters Mansion. На очереди второй поединок. Легчайшая весовая категория. И в синий угол октагона приглашается боец из Кыргызстана. Арет Кубанычбек по прозвищу Кабылан. Арет Кубанычбек. Очень молодой боец, 19 лет. Вообще, на самом деле, вроде бы спорт – это дело молодых, да, особенно в современном мире. Но все-таки для смешанных единоборств 19 лет – это прям вот очень-очень рано. Очень молодой возраст. Чаще мы видим ребят обычно постарше. Но, тем не менее, уже 4 боя на его счету. 3 победы и 1 поражение. Видите, да, весовая категория до 61 килограмма. Арет Кубанычбек, представляющий Кыргызстан. Оппонент Кубанычбека Гулибек Якшиев. Ему 24 года, 2 победы, 1 поражение и 1 ничья, насколько я понимаю. Что-то на целых 0,3 килограмма весовая категория. Представляет клуб «Амир Тимур». И он из города Кашкадария, из республики Узбекистан. Да, 4 профессиональных поединка у него в активе. И помладше, конечно, Кубанычбек. Всего лишь 19 лет, а вот 24 года Балибеку. Есть у них разница в возрасте. А с точки зрения антропометрической, в целом даже на взгляд не очень большая разница между этими парнями. Сейчас особенно станет понятно, когда они окажутся рядом. Да, практически идентичного роста. Боец в синем углу, ему 19 лет. Рост 1 метр 73 сантиметра, вес 61 килограмм ровно. Из Кыргызстана, город Ош, представляет клуб Айкол Манас. Его профессиональный рекорд – 3 победы при 1 поражении. Арет Кабылан Кубанычбек! Его соперник – боец в красном углу. Ему 24 года. Рост 1 метр 69 сантиметров, вес 61,3 килограмма. Из Кашкадаринской области Узбекистана представляет клуб «Амир Тимур». Его рекорд – 4 боя, 2 победы и 1 поражение, 1 ничья. Байбек, азиатский волк, Якшиев! Рефери в октагоне Артем Алексенко.
Вес готов? Вес готов. Давай, первый раунд. Начинается поединок между Кубанычбеком и Балибеком. Первым полезное действие применяет Балибек. И здесь едва-едва не встречает на очень хлесткий правый удар. Так, более осторожно, кстати, этот поединок начинают парни, в отличие от предыдущего. Очень прям решительно настроен Ариет Кубанычбек. Кубанычбек, да. Ох, размашисто сейчас Балибек Ехшеев действует. Хлестка пытается попасть Кубанычбек. Такими кавалерийскими наскоками пытаются действовать. То один, то другой. Никто пока никого встретить не может очень хорошо на этой атаке. Пытается сдалека, пока Кубанычбек расстреливает своего оппонента. Ехшеев, соответственно, предпринимает контратаки, но пока все считывается. Хорошо по корпусу, но опять же... Больше касания, да, в рамках профессионального боя. Это касание, это даже не удар. Ух, неплохо. О, и встретил Кубанычбек Ехшиева. Да, вот это первое как раз позитивное контрдействие. Здесь опять пытается поймать на вертушку по корпусу. Крутит ее постоянно Кубанычбек. Да, ух ты, увлекся, попал, побежал дальше попадать, но нарвался на встречный удар, благо он, благо для него, он оказался не таким точным. Здесь летит вперед. Хорошая защита от тейкдауна у Кубанычбека. Попытка удушения, больше фиксация, нежели удушение. Там скорее даже больше руку эту контролирует Ехшеев на самом деле, нежели чем придушивает Кубанычбек. Такая патовая ситуация немного. И с колена выходит из этой ситуации Ариет. Пытается. Ух ты! Достал хакиком! Падает Кубанычбек! Будет сейчас добивать, Ехшеев оказался за спиной. Да, Ехшеев поймал соперника. Сейчас все приложит для того, чтобы... Попытка удушения. Да, плотно прихватил. Пошел прием! А, очень плотно. Не, выкручивается Кубанычбек. И здесь здорово. Опять будет, опять сзади! Еще плотнее этот прием. И руку, по-моему, да, едва-едва не снимает. Кубанычбек. Опять рука, опять снята. Одной пока душит. Нет, хорошо, пока Кубанычбек себя чувствует. Ехшееву не удается прихватить. Прям очень глубоко туда заправить руку. Не получается. Хорошо защищается представитель Кыргызстана. Крепко там заправлены ноги. Справа, слева набрасывает. Сейчас такой легкий кошмар он устраивает своему оппоненту. Да, Ехшеев, казалось бы, а вот сейчас сбросить может Ехшеева Кубанычбек. Не получается. Да, растянул на мгновение, но опять поднимается Кубанычбек Ариет. Да, у Кабулана, конечно, сейчас очень непростая история. Непростое положение. В любую секунду может замкнуть опять этот прием на шее, застегнуть этот замок, и, в общем, все закончится. Поэтому правая рука плотненько сейчас прилегает к собственной голове, и в том числе к голове оппонента. Ух ты, хорошо. Прошел удар. Пытается с внутренней стороны туда набросить удары. Балибек Ехшеев. Добрались здесь и до сетки. У меня ощущение, как будто Ехшеев подустал. Как-то вот у него в ударах, ну вообще в действиях его нет прежней остроты, что ли. Как будто он подустал. Да, вот здесь очень опасно может быть. Потенциально треугольник состоится. Здорово! Выкручивается Кубанычбек! Встречает он Ехшеева жестко. Вот сейчас есть полминуты. На то, чтобы совершить тейкдаун? Видимо, да. Что, в общем-то, и получается у Балибека. Но уже, конечно, не такая ситуация, из которой он мог, в общем, выйти на досрочное завершение. Здесь он не король положения. Здесь он в диагональном контроле располагается. Еще и... А вот здесь быстро фулмаунт пересел. Локтем хорошо работает Ехшеев.
Здорово. Жестко добивает Балибек. Вау. Казалось бы, да, Ариет Кубанычбек в стойке, хорошо контролирует, действует точнее, все у него складывается прекрасно, но одно, даже не то, что одно точное попадание, а именно, что невнимательность Кубанычбека приводит к тому, что Якшеев выбрасывает удар, который отправляет соперника на канвас. Вот здесь это в начале боя было, когда побежал Якшеев. Да, и хорошо вот, провалил. Попадание Кубанычбека и идет назад по прямой, отклоняясь, да, то есть, ну, то, что, за то, что тренер просто накажет, да, за такое вот в зале, если увидит, что вот так отходишь туда, но это, в общем, все знают. Назад по прямой, еще тем более отклоняясь. Да, ну, это и для бокса работает. Это вообще работает для любых единоборств, наверное. Ну вот и вот что ММА. Да, и в общем-то, что мы можем констатировать? То, что первый раунд за Балибеком. Якшеев, да, забирает первый раунд. И теперь вопрос, сумеет ли Ариет Кубанычбек удержать бой в стойке. Потому что, может быть, определенную уверенность Якшеев сейчас почувствует и побежит развивать свой успех. А, смотрим далее. Второй раунд. Пытается разбросаться на ногах Ариет Кубанычбек. Немножко замерли, пошел вперед с ударами, с шагами двигается Балибек. Вообще только так и пытается атаковать на самом деле, вот так двигаясь вперед с ударами. И потом, наверное, в попытке зацепить как раз перевод, хорошая вертушка. Здесь он там, по-моему, по блоку больше она пришлась, не было акцентированного попадания. Якшеев не идет вперед, ждет момента. Я думаю, что наверняка он настанет чуть-чуть позже. Такую эмоциональную паузу взяли парни. Энергозатратно получилось у них в первом раунде, поэтому решили такое ощущение немножко передохнуть. Да, перевели немножко дух. Двигается за руку Балибек, качает. Вот здесь явно уже в никуда совершенно был этот удар от Риета. Да, я, кстати, не всегда понимаю, даже не то, что не всегда, я не понимаю, к чему вот такие атаки. Пользы ноль. Там воды, видимо, много налили в углу Кубанычбека. Пользы ноль, а риск нарваться на контратаку довольно большой. Хорошая вертушка, но считал уже этот элемент, уже привык просто Балибек Якшеев к своему оппоненту. Но как разрешится этот микроэпизод, пока непонятно, потому что прихват за шею есть. Прихват есть, но пока нельзя сказать, что... Хотя нет, давит, конечно, на шею Якшеев, но не так плотно, как ему хотелось бы. Так, у нас тем временем попытка удушения. Но не получилось уже от Кубанычбека. Оказался он за спиной своего противника. Да, какие разные раунды, да, совершенно мы наблюдаем. То есть Якшеев в одну, наверное, ну не в одну калитку, но с явным преимуществом, которое имел. И вот здесь растянуто вроде бы треугольник на корпусе и постоянные попытки задушить. Да, вот здесь пошел прием. А вот сейчас, да, похоже, плотно прихватил. Давит сейчас Ариет Кубанычбек. Отчаянно защищается. Воздействие на челюсть даже больше идет. Но не стучит пока Балибек Якшеев. Скидывает руку, скидывает, да. Но в фулл-маунте оказывается Кубанычбек. А, и вот сейчас локти. Позиция Якшеева, конечно, лучше не стала.
Как он будет выкручиваться, сейчас посмотрим. Здорово, здорово рубит здесь. Ух. Ариет Кубанычбек, вроде бы добивая их Шиева, но тот каким-то абсолютно невероятным образом сейчас еще держится. Держится, прячется под соперника. Из этой позиции, конечно, неудобно работать. Ну, вот такими, если ударами, но тут вряд ли можно вынудить рефери остановить бой такими ударами. Ну, если слишком пассивная, хотя слишком пассивная защита, если будет, да, совершенно верно. Сейчас как раз и делает замечание РФ. Да, разбит нос как раз вот этими попаданиями, судя по всему. Еще одна попытка удушения. Очень много сил в этом промежутке потратили. 40 секунд еще с лишним. Мы посмотрим потенциально в этом поединке. Просто невероятно истощены парни. Опять лицом в канвасе Балибек Яшиев. Сверху Ариет набрасывает и набрасывает. Уже, мне кажется, сам устал просто выбрасывать эти удары. Я даже хочу, чтобы вот до конца этот раунд прошел и посмотреть третий раунд. Ну мне да, нам... интересно, как вот... Мне кажется, он будет, опять же, не таким, как первые два, будет отличаться. Да, нужна третья серия, и как раз до конца второй, буквально 10 секунд остается. Последние мгновения, я думаю, что доживут просто до конца уже парни. Здесь не будут форсировать. И там уже на как раз-таки истощенных физических кондициях мы посмотрим третий отрезок. Кто-то рефери сказал Балибеку Яшиеву, причем так очень внушительно. Да, я думаю, за нарушение правил. Не исключаю, чтобы, может быть, не хватал сетку, потому что в самом последнем эпизоде там что-то подобное было. Могу ошибаться, но вот здесь точно никаких ошибок, потому что Кубанычбек, конечно, кошмар настоящий устроил своему оппоненту. Набрасывал и набрасывал. Первый раунд явно за Яшиевым, второй раунд явно за Кубанычбеком. Что же будет в третьем? Да, с точки зрения драматургии все по канонам. Первый раунд в одну сторону, второй раунд в другую. И давайте посмотрим, что же будет в третьем. Готовы, бойцы, поехали. Третий раунд. Да, побольше у Яшиева выброшенных ударов, а точность на стороне Кубанычбека. Идет вперед Ариет. Покачиваясь тяжело, но продолжает. Эту пресловутую формулу «все решить может один удар» как-то сейчас особенно острее чувствуется на фоне усталости как раз этих парней. Попытка побороться. Хороший перевод, качественный со стороны Яшиева. Ну, скажем так, на самом деле попытка была явная, но вот Кубанычбек, видимо, сил не хватило уже остановить ее, потому что настолько издалека, как-то прям так чуть ли не в замедленном повторе летел вперед Балибек Яшиев. Но этого хватило. Посмотрим на продуктивность со стороны Балибека. Насколько он будет в силах здесь поработать по голове, по корпусу. Других особенно пока вариантов нет. До локтей нужно добраться еще немножечко, улучшить, возможно, позицию. А вот здесь потенциально опасная ситуация могла сложиться для Яшиева, потому что высоковато держал ноги Кубанычбек. Там все, кончилось терпение у рефери, поднял стойку парней. И достаточная активность была в исполнении, в первую очередь, Яшиева. Да, здесь бой посмотрим уже дальше. Вот после тейкдаунов и собственных неудач Кубанычбек как-то очень долго думает, опасается он тейкдауна со стороны соперника и, ну, как будто не рискует атаковать. Хотя атаковать нужно. Падает Кубанычбек, пошло добивание. Причем Яшиев сам пропустил
навстречу. Но в итоге потом попал. Это попытка слэма, но такая легкая версия. Но нога-то лежит все равно на шее. Сейчас как раз ее снимает Балибек Якшиев. Посмотрим, хватит ли ему сил добивать. Здесь цепляется за сетку ногами. Что, кстати, тоже делать нельзя. Опираться можно, отталкиваться, но вот так, что пальцами рук, что пальцами ног нельзя цепляться. Я думаю, что Ариет пережил вообще этот кризис. Ну, наверное, пришел в себя после удара, но кризис-то в целом продолжается. Ну да, подвязал своего оппонента. Нет большого люфта, а вот здесь локти прилетели. Да, Якшиеву, конечно, нужно будет теперь поактивнее работать, потому что в стойку поднимут снова. С другой стороны, учитывая, как он попадает в стойки своему сопернику, при этом у него удары размашистые, вроде бы медленные, но прилетают в цель. Что в первом раунде он огорчил соперника, отправив на канвас, и благодаря этому выиграл раунд. Что сейчас? И благодаря этому он выигрывает раунд. Ух ты, вот здесь хорошо опять проходят удары по голове Кубанычбека. Прижал на некоторое время, давая возможность передохнуть самому себе. На ноги поднялся, а вот здесь подкручивается. Поймал все-таки Ариет момент. Удастся ли выкрутиться из этого положения? Сейчас посмотрим. Времени 1,5 минуты до окончания поединка раунда. В том числе нет, не удалось. Хорошо, слева и умудряется даже с такого короткого расстояния попасть Балибек. И вообще, в принципе, работает, ну, скажем так, не супер продуктивно, но для того, чтобы не поднимали в стойку, вот уже сейчас точно могу сказать. Да, сил уже немного, поэтому выжимает из себя вот тот необходимый минимум активности, чтобы не подняли в стойку и чтобы уже уверенно выиграть этот раунд и, по сути, выиграть бой. Потому что Якшиев выиграл первый раунд, проиграл второй и сейчас выигрывает третий. Но все-таки поднимают. И здесь у Кубанычбека всего 30 секунд для того, чтобы сделать что-то такое невероятное. Ну, нокаутировать, если только. Ну да, в противном случае, в общем-то... Кстати, вот ты знаешь, Рома, извини, я перебью. Просто вот сейчас вот бойцы поприветствовали друг друга, и причем это инициировал Кубанычбек. И я этого не понимаю. Ему нужно выигрывать этот бой уже нокаутом, по сути, и тратить эти 5 секунд. Вот треугольник накидывает Кубанычбек. Вот тот самый момент истины наступает для Ариета Кубанычбека. Но времени не хватит, 10 секунд всего остается, и захват неплотный. Я думаю, что Якшиев перетерпит. Перетерпит. Да, вот если бы еще, наверное, какое-то время дано было Ариету Кубанычбеку, то тогда приемом бы все возможное бы и закончилось. Ловит свой национальный флаг Балибек Якшиев. Отличный бой он провел. Качались мы на качелях по ходу этого поединка. 123 общее количество ударов от Якшиева против 72. Есть разница и в продуктивности. Тут и локти в некоторых аспектах статистически как раз таки был лучше Балибек. Последнее приготовление к объявлению решения. И ждем мы Гивет Ватвадзе для того, чтобы он объявил результаты этого боя. Второй поединок нашего турнира продлился 3 полных раунда. Победу единогласным решением судей одержал боец красного угла Балибек Якшиев. На характере, что называется, Балибек Якшиев стал победителем в этом поединке. Поздравляем его с хорошей такой волевой победой. И двигаемся дальше по нашему турниру.
Мы продолжаем наш турнир, и на очереди еще один поединок в формате фиджитал единоборств. Перед тем, как оказаться в октагоне, за игровой приставкой померятся силами Айбек Бекмерза и Алексей Воеводин. Приглашаем их к джойстикам. Ну что, у нас город Ош против Калуги. Прямо сейчас будет выяснять свои взаимоотношения. Сперва на поле боя игре, а потом уже игрушки будут отложены в сторону. Алексей Воеводин и Айбек Бекмерза. Скорпион, ну а Алексей Воеводин выбрал Джонни Кейджа. Напомню, что до двух побед идет игра, ну а потом бойцов ждет клетка и три раунда по 5 минут. Да, Джонни Кейджа всегда помню по пистолетам и хорошо работающий действительно ногами, да. Ты знаешь, я не помню, чтобы у него были пистолеты, или это уже в каких-то последних было частях? Да, возможно, чуть позже. Вот Скорпион как раз-таки с этой цепью обладает, которая всегда к себе притягивает и жестко работает. Здорово начинает на руках этот поединок Алексей Воеводин. Пока одинаково уменьшается шкала здоровья и у того, и у другого. Вспомнил, где блок сейчас Бекмерза. Сразу видно, здорово. Отработал тут же. Великолепно на ногах. Кучу здоровья просто отнял у Кейджа. Как поединок, как действительно, держат паузу немножечко. Постояли, подумали и поработали. Но тут нельзя. Нельзя. Ой-ой-ой. Долго думать нельзя. Совсем немного остается жизни. Долго думать нельзя, иначе нечем потом. Да, совершенно верно. Все, сейчас. Первый раунд остался за Айбеком. Ну и просто в одну калитку как будто бы расстреливает Бекмерза. Но немножко оживился Воеводин. Ух ты! Комбинационно, конечно, очень здорово действует. С блока сразу же в такую комбинацию на руках улетает обоюдно. Ну и близок, в общем-то, сейчас Воеводин к тому, чтобы оставить этот раунд. Хотя нет, не сдается. Критически мало остается жизни. Да, и сейчас просто на характере спасает. И, возможно, это хороший шанс для того, чтобы остаться в этой игре. И еще, и, собственно говоря, да, у нас 1-1 по раундам. Счет по раундам сравнялся. 1-1, решающий третий раунд. Ну и разозленный, в общем, Бекмерза пошел вперед. Аккуратно действует, не летит через блок. Жахнул по нему каким-то ледяным шаром Воеводин. Жалко, что таким нельзя в клетке. То, что так хорошо комментируешь, что даже я заслушался и смотрю так. Да, ищет возможность Бекмерза. Здорово. По-прежнему великолепно комбинационно действует именно с точки зрения ударов руками. Перепрыгивает, куда-то ушел в сторону Воеводин со своим персонажем. Частота, очень высокая частота ударов выручала до этого времени Бекмерза. И вот здесь он, возможно, кстати, проиграет ближе немножко к поражению. Поэтому аккуратненько сейчас будут действовать, да, издалека. Поэтому с ударами еще чуть-чуть остается. В ответ рубит Бекмерза. И все. Вау. Сделай уже что-нибудь, Айбек. Да, все, есть финальный удар.
и подвижешься по соперника, лучше попадал, чем по стоячему. Теперь за мы отпускаем бойцов, да, с терпением ждем. Готовиться к реальному бою. И именно они закрывают сегодняшний андеркард нашего турнира. Я напоминаю, что это ММА-серия 58 Fighters Mansion. Третий бой. Поединок в полулегком весе. В синий угол октагона приглашается боец из Кыргызстана. Айбек Экмырза по прозвищу Анаконда. Ну, как вы уже слышали, по прозвищу Анаконда, Айбек Бекмырза из города Ош. 20 лет этому спортсмену, представляет клуб Айкол Манас. Чемпион Москвы по панкратиону, мастер спорта по боевому самбо. Его послужной список — 3 боя, 3 победы. Дебютировал он буквально чуть больше года назад, в июле прошлого года, на турнире «Колизей». И, собственно, все свои три победы одержал именно в «Колизее». Приглашается его соперник из России, Алексей Воеводин. Алексей Воеводин, представляющий город Калуга из клуба «Спарта». 178 сантиметров его рост. Он кандидат мастера спорта по смешанным единоборствам. И 5 побед, 0 поражений в его активе. Отличный, отличный рекорд. И замечательная площадка для того, чтобы продолжать заявлять о себе. Учитывая, что 2 поединка уже, а если быть более точным, 3 он провел в рамках ММА-серии. Таштемиров был повержен сабмишеном во втором раунде. Затем Акбарджон и Исламбоев в единогласном решении. И последний поединок досрочно в первом раунде. 2 минуты 15 секунд для того, чтобы анакондой задушить Садика Рыскалди Улу. Да, полный порядок вообще с боями. Уже 2 поединка в этом году провел Алексей в феврале этого года и в июне месяце. И, соответственно, я думаю, что бойцовский год на этом как раз для Алексея будет заканчиваться. 95-го года рождения он. Молод, перспективен. И, как вы понимаете, по количеству, судя, побед, которые у него есть, удушающими, очень хорошо владеет именно этим аспектом смешанных единоборств. Боец в синем углу. Ему 20 лет. Рост 1 метр 75 сантиметров. Вес 65,7 килограмма. Из города Ош, Киргизия, представляет клуб Айкол Манас. Чемпион Москвы по панкратиону и мастер спорта по боевому самбо. Его профессиональный рекорд — 3 боя, 3 победы. Айбек Анаконда Бекмырза. Его соперник — боец в красном углу, старше своего оппонента на 7 лет. Его рост 1 метр 78 сантиметров, вес 66,1 килограмма из славной Калуги. Представляет клуб «Спарта». Он кандидат мастера спорта по ММА. Его профессиональный рекорд — 5 боев, 5 побед. Алексей Воеводин. Рефери в октагоне — Константин Костоправов. Thank you.
Кыргызстан и Россия. Страны, которые представляют бойцы. Потихонечку начинаем. Поддавливает немного Алексей Воеводин, двигается вперед. Выходит из-под давления его оппонент. В таких нарочито тайских шортах из города Ош Айбек. Посмотрим, как он работает, как он, насколько он хорош вообще в тайском боксе. Пока осторожничают. Вот первые попытки атак. Левый боковой. Бекмерзы. Пытается пробить лоу-киком Алексей. Теперь корпус проверяет. Вообще стал активнее поддавливать. И как раз получает одобрительный возглас из угла, что именно таким образом нужно поддавливать и поджимать. Просят динамики немножко в перемещении секунданта Алексея, потому что нельзя застаиваться перед тем более хорошим ударником. Лоу-кик. Лоу, здорово. Еще раз туда же. Да, причем тут даже по икроножной больше мышцы. Второй он лишает больше, больше лишает передвижения. Кстати, удар, по-моему, как будто бы в пах был. Шикарно, шикарно здесь попал. Завел руку и сразу же мгновенно покраснение на лице. Соединяет вместе с этой серией тейкдаун. И вот здесь уже сверху оказывается представитель Кыргызстана. Мурза пересаживается и делает попытку пересесть в диагональный контроль. Спиной опирается на сетку Воеводин. Будут попытки, безусловно, подняться. Но тут же прихватывает руку Бекмерза. Не дает сопернику улучшить свою позицию. Да, это, наверное, не то, чего хотел Воеводин, безусловно. Но Бекмерза добился своего. Контролирует таз. Пытается встать. Воеводин. Практически ему это удается. Но теперь он оказывается в выгодной позиции. Хотя и гард закрывает Бекмерза. Но теперь можно поработать. Поработать сверху. Главное быть внимательнее, потому что ногами здорово работает Бекмерза. Да, боковой контроль. Шикарно. Поднял ноги, здесь и то треугольник, то армбар. Крутится, крутится под своего оппонента. Левой рукой контролирует корпус Воеводина. Айбек. Что дальше? Промежуточной позиции сверху все-таки в более выгодном положении располагается Алексей Воеводин. Есть возможность поработать слева по голове. Заправляет одну ногу слева и постепенно, постепенно ищет возможность для удушающего приема сзади. Да, так успокаивает Воеводина. Сейчас говоря о том, что времени предостаточно для того, чтобы здесь в свое удовольствие спокойно поработать и завершить раунд. Да, и действительно очень спокойно работает Воеводин. Здорово он выбрался из этой совершенно невыгодной для себя позиции. Перевернул ход поединка и теперь контролирует соперника и имеет все шансы в итоге забрать этот раунд. Если вообще даже не придумает что-то такое интересное и попробует, например, задушить сейчас своего оппонента. Двигает правую свою ногу представитель Кыргызстана, не давая возможности заправить еще одну. И все-таки заправляется нога у бойца из Калуги. И освобождается правая рука. И освободится, наверное, да, для того, чтобы сделать прием. Там освобождает еще одну руку и пытается развернуться. Не дает Воеводина. Опасно было. Если бы сейчас развернулся, то вся та плодотворная работа, которую проделал Воеводин, она бы пошла бы на нет практически. Вот, собственно говоря, что, вот что теперь, и происходит. Да, ну, благо времени не так много. О, хорошо, прям буквально сам себя выдергивает Воеводин из-под соперника, справа атакует. Да, кстати, действительно, локтем было бы хорошо поработать, но не догадался Воеводин, удар ниже пояса. Да, пауза небольшая, в нейтральный угол отправляется Воеводин, и здесь времени потребуется некоторое количество для того, чтобы прийти в себя. Бекмерзе.
до 5 минут есть у него возможность приводить мысли и здоровье в порядок. Ну, вроде бы там удар был не очень сильный, и поэтому очень быстро Бекмирза возвращается в поединок. Нога в ногу здесь полетел вперед Бекмирза и просто укладывает на канвас Воеводина, который в свою очередь отстреливается из положения лежа по голове. Фулмаунт мгновенно пересел. Ух ты, как раунд продуктивно заканчивается для Айбека. И если бы еще немного времени, совершенно не ясно, как бы здесь все завершилось, но время в данном случае работало как раз-таки на Воеводина. Да, и в целом, наверное, он все-таки, я думаю, выиграл первый раунд. Побольше ударов он нанес. Смотрим повторы. Здесь удар был не очень точным, просто больше равновесия потерял Воеводин. Здесь вот хорошо начал с ударов, перевел Бекмирза соперника на канвас. Ну, это уже финальная часть раунда, где как раз локтем нужно было поработать, как хотели тренеры Воеводина, но вот сам он, к сожалению, не успел это сделать. Самое главное от увиденного резюме некоторые у меня напрашиваются, что я совершенно не знаю, как будет проходить второй раунд, в каком ключе, кто здесь преуспеет, потому что вот очень паритетно так и по борьбе, и по ударной технике. Все может произойти, что называется. Да, безусловно. Да, попросил Воеводина секундант не зарубаться. Работать более прагматично, больше передвигаться, я думаю, что да, совершенно верно. Пока как раз именно это и делает Алексей, попытался сейчас крутануть Бекмирза вертушечку, неудачно. Да, подсказывает Воеводину, что сейчас будет проход от соперника, поэтому надо готовиться. Ну, под правое колено, судя по всему, как раз хочет встретить Бекмирзу, но тот пока не спешит с тейкдауном. Сам попытался, вот этот тайский стиль колена летящий, здорово. Периодически, кстати, меняет стойки. Вот здорово, тип тайский, отлично. На упреждение сработал. А, хорошая тайская школа у Бекмирзы. Прям здорово. Ух! Хорошо, что Бекмирза, ну хорошо для Воеводина, что не попал, там такое прям летела бомба справа. Но тем временем, в общем, дождались мы тейкдауна со стороны представителя Кыргызстана. Айбек оказывается сверху. И посмотрим, как он сейчас будет продуктивен именно в этом положении. Здорово. Снизу Воеводин неплохо работает. Работает локтями. Еще слева. Ищет возможность. Здесь необходимо оттягивать максимально голову и поработать. Ну, на самом деле интересно будет, попробует ли сейчас Воеводин также подняться, как он это сделал в первом раунде. На самом деле важно и нужно ему это сделать. Хотя вот последние какие-то там 20 секунд я бы сказал, что Воеводин-то поактивнее работает снизу. Вот попытка встать. Встает Алексей. Прижимает соперника к сетке. Поднялся Воеводин здесь на выходе из клинча. Хорошенько мог приложить, но нет. Здесь опять меняет стойки. Middle kick под печень. Великолепно корпусом сейчас уворачивался Воеводин от ударов. Сам работает в корпус, не позволяя приближаться оппоненту. Ой-ой-ой, какой очевидный был апперкот. Чуть-чуть точности не хватило. Ух. Парни прям зарубаются, как в последний раз. Да, действительно. О, неплохо Воеводин справа попадает. Да, увидел, что застрял немножко с этим лоу-киком. Тут же навстречу опять размен. Да, так вот и недолго до того момента, когда кто-нибудь все-таки попадет.
Летящее колено вновь от представителя города Ош. Попытка перевода от Бикмерзы не получилось. Колено от Воеводина. Теперь сам Воеводин. Держит баланс Бикмерза. Вновь на две ноги прочно встал Айбек. Пытается просунуть руку и развернуть оппонента. И внутренним зацепом едва-едва не получается. Хорошо очень завел ногу назад. Здесь опять размен из клинча. Да, активно работает Воеводин. Но и при этом, естественно, что соответствующим образом активно защищается Бикмерза. Ну вот, на самом деле, что в первом раунде, да, у Воеводина была проблема, его перевели, он снизу поработал, встал и немножко переломил ход раунда. И сейчас та же самая история. Опять оказался на спине Воеводин, вышел и, в общем, опять немного переработал своего соперника. А вот здесь, да, действительно, можно было бить коленом, и почему-то нерешительно так действовал Айбек. И очень зря, между прочим. Здорово! Ой, Бикмерза попадает слева. Понаприлетало сейчас Воеводину. Еще попытка побороться. Попытка перевода. О, хороший перевод. Ну и вообще очень важной может быть как раз эта попытка перевода, увенчавшаяся успехом под самый занавес с точки зрения судейских оценок. Потому что, обрати внимание, как продуктивно поработал даже в этом коротком эпизоде Айбек. И раунд завершен. Да, неоднозначный раунд, признаться честно. Вот, исходя из того, что, во всяком случае, мне показалось... Мне тяжело определить, кто был лучше по ходу этого раунда, потому что и успешные моменты, и немало успешных моментов были и у того, и у другого. Так что здесь уже все, отдаем на откуп судьям. Смотрим повторы. Вот здесь, когда начались размены, точности не хватало и тому, и другому, потому что если бы что-то прилетело в цель, мы бы об этом узнали. Кто-то бы упал. Да, но близки были не один раз. А и... вот здесь уже вот Бикмерза. Хороший удар слева. Не такой он получился, может быть, мощный и точный, но тем не менее. ММА-серия 58. Бойцовское поместье. Октябрь. И смотрим мы еще один раунд противостояния. Третий решающий раунд. Айбека Бикмерзы и Алексея Воеводина. Да, возможно, действительно, это третий. Ну, в смысле, это третий совершенно точно, а возможно, решающий. Хорошо, крутанул вертушку, поработал по корпусу. Здорово здесь, через блок, но плотно. Чуть более читаемым был как раз этот удар со стороны Воеводина. А вот здесь... и пропускает Воеводин. Будет добивать сейчас представитель Кыргызстана. Крутится под Айбека. Фулмаун пересаживается сейчас. Айбек Бикмерза крутится для того, чтобы здесь треугольник на замкнуть. И вот, наверное, здесь очень сложный период начинается для Алексея Воеводина. По голове постоянно набрасывает удары Айбек. Выпрямляет спину, но глубже и глубже идет захват. Все меньше и меньше кислорода. Судя по тому, как там капает кровь, давление увеличивается. Да, и плюс правая рука выключена, получается, у Воеводина. Да, но пока в бою Алексей... Все, выходит из этой позиции Воеводин. Вау, блистательная работа! Еще 3,5 минуты есть у Воеводина. Колено в корпус. Да, ну серьезное рассечение у Алексея. И снова перевод от Бикмерзы. Да, как косой просто его отправил на канвас. Но при этом голову держит Воеводин, но ненадолго. Совершенно не было в этом никакого смысла. Крепкого рычага нет.
а кровь льется в глаз воеводину. Да, вот мы сейчас слышим, да, от тренера все силы на вставание. Действительно, так, ну, рефери поднимает, ну, потому что действительно активных действий не было. Да, воеводину сейчас нужно что-то делать для того, чтобы перевернуть ход этого раунда. У Бекмирзы, так, он серьезно вышел вперед за счет этого тяжелого нокдауна и работы в партере. Да, но сильно замедлился, как минимум, с ударами на ногах. Еще раз пропускает и повело воеводина. Увидел это Айбек. И... Так, попытка перевода от Алексея. Да, пока неудачно не состоялся встречный тейкдаун. Хотя, конечно, очень все правильно делал. Даже закачавшись, сохранил концентрацию и пытался перевести. Да, Бекмирза здорово защитился от тейкдауна. И это очень важный момент для него был. О, все-таки переводит, здорово. Шикарная амплитуда, 2 с лишним минуты до завершения поединка еще остается. Вопрос в том, сможет ли воеводин удерживать 2 минуты соперника и при этом еще и работать активно. И вот как раз таки, да, локти-то полетели именно от кыргызстанского бойца. Да, и не удается удержать, поднимается здесь Айбек. Ух ты, а как его... Прям осаживает. И колено в голову прилетело. Там, правда, конечно, не настолько опасно, как хотелось бы воеводину. Все, разрывается клинч. И мы переходим в самую, пожалуй, интересную стадию этого поединка, когда морально-волевые качества сейчас будут выходить на первый план. И один удар действительно может быть последним. Мы видим, что Бекмирза тоже подустал, но мы на самом деле отметим выступление этого бойца. Он сегодня действительно показал хороший уровень. Еще туда, давай, дави его! Все, за спину. Да, и 2 тяжелых попадания, кстати, были в голову навстречу, и колено было в корпус. Здесь обоюдно остро действует, то один, то другой угрожает переводом. И, наверное, во многом как раз-таки точка и исход этого поединка будет зависеть от финального перевода. Да, возможно, кто выжмет из себя вот те необходимые усилия в последние, ну, вот эти 30-40 секунд, тот и в итоге выиграет бой. Перевод от Бекмирзы. И это весомый аргумент в его пользу, итоговой победы. Ну, хватает ведь сил еще у Алексея подняться. Здорово, но опять его усаживает едва-едва на канвас. Айбек Бекмирза уперся просто в него. Сейчас будет звуковой сигнал, который сигнализирует нам о том, что последние мгновения поединка. Даже здесь работает локтем воеводин. И все. Ну что ж, прям драматичный поединок у нас получился. Еще раз, Айбек Бекмирза, Алексей Воеводин подарили нам красочный, красивый поединок. И победителя я даже не возьмусь предсказать или угадать даже, потому что очень много факторов было, которые нужно было принять во внимание. И бой складывался вот то в одну, то в другую пользу. Конечно, вот этот нокдаун от Бекмирзы, хорошо вроде воеводин попал по корпусу, но потом как будто подзавис и не знал, что делать дальше. Сейчас вот Гивит Валпадзе отметил у себя, кто же в итоге выиграл этот поединок. Направляется он в октагон, и мы сейчас узнаем, кто стал победителем. Очень интересно, интригующе. Непростой бой. Сложно для подсчета. Не удивлюсь, если вообще будет раздельное решение. И не удивлюсь тому, что проигравшая сторона будет недовольна. Наш андеркард получился сегодня очень упорным. Первые 2 поединка продлились 3 полных раунда. И третий бой не стал исключением. По истечении 15 минут единогласным решением судей победу одержал боец «Красного угла». Алексей Воеводин!
ж, я не угадал с тем, что решение будет раздельным, оно было единогласным, но угадал с тем, что проигравшая сторона будет недовольна. Вот сейчас один из секундантов Айбека Бекмирзы идет к судейскому корпусу что-то протестовать, но на словах тут ничего сделать не получится, можно написать официальный протест, но мы знаем, что, в общем, нигде они, по сути, эти протесты не работают, и решение, ну, вот в мировой практике такого, чтобы победу одного отменили в итоге, да, или там пересчитали бои, такого, собственно, не было. Но, в общем, как я и говорил, проигравшая сторона будет недовольна. И на самом деле у Айбека Бекмирзы есть свои аргументы. Бой действительно получился насыщенным, и было очень много хороших моментов в его исполнении, поэтому я не могу, собственно, осуждать его за то, что он недоволен. Айбек Бекмирза до сих пор не покинул клетку. Не совсем понятно, что он хочет. Хочет как-то обсудить с судьями минувший бой, но понятно, на эмоциях. Еще раз, его можно понять. Он очень хорошо провел этот бой, и у него были тоже свои аргументы, почему он мог бы выиграть этот поединок. Давайте посмотреть правде в глаза. Да, такими хищническими взглядами просто поглядывают на рефери представители угла. Мы возвращаемся на 58-й турнир ММА серии Fighters Mansion. Ну и здесь организаторы турнира благодарят за поддержку авиакомпанию Smart Avia, официального перевозчика телеканала MMADefusTV.com. Российская авиакомпания Smart Avia – лоукостер нового смарт-формата. Низкие цены, обновленное меню, бортовая система сервиса и развлечений приятно удивят вас. Выгодно и с умом на flysmartavia.com. На очереди четвертый поединок. Он открывает мейн-карт нашего турнира. Поединок легковесов. И в синий угол октагона приглашается боец из Кыргызстана – Аман Абдраимов по прозвищу Тайбас. В клетку направляется Аман Абдраимов, представляющий Республику Кыргызстан. 27 лет этому спортсмену, 1,72 м рост, вес 69,9. На его счету 14 поединков, 7 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат. И дебютировал он в 2017 году, ну и, в общем, вот по сути, чередовал победы с поражениями. Но на данный момент у него серия из 2 поражений подряд, а из 5 последних поединков он в 2 выиграл, в 3 проиграл. Но отметим, что проигрывал решениями и сабмишинами. То есть нокаутами из 6 поражений он не проигрывал. Приглашается его соперник из России, Дмитрий Михайлиди. Дмитрий Михайлиди, представитель города Омска, клуб «Александр Невский», 98-го года рождения, 176 сантиметров его рост. Профессиональный рекорд 6 побед и 3 поражения. Впервые он подрался по профессионалам в 2019 году. Начал с 3 побед. Далее поражение, следом ноу-контест, следом еще одно поражение. И как-то немножко не заладилось вообще вот
это часть карьеры, скажем так, с 2020 по 2020 год. В легком режиме турбулентности находился Дмитрий Михайлиди, но два раза подряд выиграл в 2022 году. И вообще можно считать этот год очень удачным для Дмитрия. Увеличил он разрыв между победами и поражениями. И одолел Артура Ибрагимова ручным треугольником. И также с Абмишином досрочно завершил бой в третьем раунде против Али Машрапова на ММА-серии 55 соответственно. В общем, в хорошем эмоциональном состоянии подходит к этому поединку Дмитрий Михайлиди. И мы с нетерпением ждем начала этого боя. Боец в синем углу. Ему 27 лет. Рост 1 метр 77 сантиметров, вес 70,4 килограмма. Из Жолобада, солнечной Киргизии, представляет клуб Тайман Бас. Чемпион Кыргызстана по ММА, чемпион Санкт-Петербурга по ММА, кандидат мастера спорта по боксу и кикбоксингу. Имеет в своем активе 7 побед, 6 поражений и 1 ничью. Аман Тайбас Абдрайман! Его соперник – боец в красном углу. Ему 24 года. Рост 1 метр 67 сантиметров, вес 70,5 килограмма. Из сердца сибирского ММА славного города Омска представляет клуб Александр Невский. В своем активе имеет 6 побед при 3 поражениях. Дмитрий Михайлиди! Рефери в октагоне Константин Костоправов. Аман Абдрайманов и Дмитрий Михайлиди начинают свое противостояние. Вступает так немножко вперед Аман. Выцеливает Дмитрий и с левого бокового едва не залетел. Вот здесь попадание в глаз пальцем чересчур болезненным, кажется, для Дмитрия Михайлиди. Он аж присел на колено. Осматривает доктор глаз. И вроде как все в порядке, просто нужно немножко проморгаться и подождать. Посмотрим, что было. А, да, встретил вот прям так, как кошка лапой. Да, тычок был достаточно сильный. Если кровь сейчас смотрит Михайлиди. Такое ощущение, что не может прийти в себя Дмитрий. И как бы не получилось, что бой в итоге будет остановлен и без результата. Будет признан несостоявшимся. Потому что если действительно какое-то повреждение глаза, то ну, продолжать смысла никакого нет. Это можно либо только ухудшить это повреждение, хотя нет, вроде показывает в порядке. Да, просят дать полотенце Дмитрию Михайлиди. Обратите внимание, действительно есть покраснение как раз на глазу. Немного воды. Еще раз давайте еще посмотрим. Смотрите, вот, первое движение левой рукой. Вот видите, оп. Да уж, если продолжать твою аллегорию, да, цап-царап произошел такой, и как раз достаточно серьезный цап-царап, потому что... Так, ну, к счастью, бой продолжен, будет. Время! Бой! Да, готовы двигаться дальше, парни. Хлестка, обоюдно здесь лоу-киками поработали. На самом деле, вот все эти истории с глазами, они, может, так со стороны кажутся, ну, подумаешь, там, чуть чиркнул по глазу, но на самом деле это... То, что внешне кажется, лишь там чуть чиркнул по глазу, перевод от Михайлиди, это может вызвать в итоге отслоение сетчатки, поэтому... А это, в общем, некоторые бойцы в итоге завершили карьеру из-за... Именно этого повреждения. Истории. Да, совершенно верно. Здесь очень... Хорошо подкручивается Абдрайманов, есть очень много сил, времени, возможностей. Михайлиди правильно делает, контролирует, снова сваливается в гард. Здесь высоковато держит ноги Абдрайманов и очень опасно может набросить треугольник.
видимо, руки в подмышке и локтей, вот, наноси. Корпус, правый корпус. Правый корпус. Да, громко так на фоне такой тишины как раз слышно секунданта Дмитрия Михайлиди. Очень активен в защите Абдраимов, поэтому тяжело каким-то образом попробовать чуть оторваться, например, да, для того, чтобы создать себе пространство для нанесения ударов или какого-то развития позиции, потому что вот такое ощущение, быстро готов выскользнуть из-под соперника Абдраимов, да, вот так, как вы видите, и нужно очень ловко действовать для того, чтобы контролировать такого соперника. Широко расставляет ноги здесь, чтобы не получился прихват шеи и дальнейший прыжок к гильотину. Но пытается забраться за спину. Ух, как! Железно просто сейчас 5 баллов бы дали в вольной борьбе, но для ММА это просто бросок, который дальше здесь венчается вот такой серией ударов справа и опять туда стаскивает Дмитрий Михайлиди своего оппонента. Сейчас попытается забрать спину. Ну да, здорово атакует Михайлиди. Да, настоящий просто кошмар какой-то устраивает он своему оппоненту. Засаживает ряд ударов. Пытается отключить руку. Заправлена только одна нога. Еще с левой. И еще. Не получается перекрыться достаточно хорошо Аману Абдраимову. И здесь опять сверху в диагональном контроле оказывается Дмитрий Михайлиди. 2 минуты еще, как максимум, в первом раунде. Отключил руку, ух ты, как здорово! А вот здесь, кстати, опасное положение у Абдраимова. И Михайлиди может так и закончить поединок. Хватается за сетку Абдраимов. Ну, вот действительно прям грызет, да, я думаю, вам слышно слова тренера Михайлиди. Он прям так подгрызает действительно своего соперника. Да, сейчас как только лицо повернется, сразу... здесь вот прям, на самом деле, надо очень активно быть Абдраимову, потому что здорово переключается Михайлиди и находит позицию для того, чтобы вот соперника вот таким образом добивать. Вот сейчас справа как раз вы видите тренера Михайлиди. Да, практически в своем углу, в общем, находится. Слышит, уже не спешит никуда, такую небольшую микропаузу берет. Но выходит из этого положения, кстати, Абдраимов. Но ненадолго, обрати внимание, как постоянно под контролем как будто все находится у Михайлиди. Здесь попытка побороться, ух ты. Перевести, просят вставать из угла Абдраимова, говорят на... в родном языке. Да, и судя по всему, задача уже не рваться здесь к досрочному завершению, а просто законтролировать и забрать раунд со стороны Михайлиди. Поднялся на ноги Аман. Да, но в целом раунд, конечно, Дмитрий провел здорово и очень большую работу проделал, подизмотал соперника. Да, как будто бы доводят, в общем, этот раунд до логического завершения так аккуратно. Да, именно что аккуратно. Угрожает друг другу ударами коленом. Стоп. Собственно говоря, все и закончилось. Рухнул, в общем-то, в свой уголок Дмитрий Михайлиди. Большую работу он проделал. Ну, надо сказать, что Аман Абдраимов тоже пришел, сел в свой угол. Посмотрим в повторах работу Дмитрия Михайлиди. Как он здорово. Да, бросок, конечно, вот украшение этого раунда. 100%. Бросок. И самое главное, что это не было какое-то однократное действие, которое только бы было эффектным, но неэффективным. Дальше ведь проследовала серия. Ну, хорошо понабрасывал и из положения возле сетки, потом еще и стал угрожать. В общем, очень продуктивен и слитен Михайлиди. То есть каждое его действие, оно не ради действия, оно ради дальнейшего какого-то продвижения, да, и эффективного урона. Цепочка, получается, действий, которые связаны между собой, вот так, шаг за шагом, звено за звеном.
Да, и как раз слитность – это признак больших специалистов. Посмотрим, как Абдрахимов попытается, скажем так, забрать инициативу этого поединка. Сразу начал с лоу-кика, сразу за здравие. Хлестка пытается поработать, я думаю, что в стойке, но тут же будет купировать эти все попытки Михайлиди, я думаю, как только это у него получится. Мне, кстати, кажется, что чисто внешне Абдрахимов как будто больше восстановил веса, как он помощнее корпусу у него выглядит. Да, склонен тоже здесь, наверное, с тобой согласиться. Едва-едва, кстати, очень опасно, не зацепил он с правой. Низковато, да. Опускает руку иногда левую Михайлиди. Да, тяжелая, тяжелая правая пролетела буквально в паре сантиметров от головы Михайлиди. Но сейчас Дмитрий не форсирует события, как-то дает он сопернику немножко поработать, может, прикармливает. Смотрит и готов встретить. Поскользнулся Абдрахимов. Джентльменское поведение со стороны Михайлиди не дал. Ну, я, кстати, ничего не имею против, если этим пользуются. Вполне, вполне. Но вот это здесь ошибка, как бы, в определенном смысле соперника, да? Не рассчитал, ошибся. Да, и Михайлиди, в общем, здорово очень нырнул. В тейкдаун оказался сверху. Будет работать по голове, по корпусу. Хорошенечко его там прихватывает Абдрахимов. Да, я думаю, что вы слышите, что подсказывают. Да, очень много сил действительно можно здесь потратить и одному, и второму. Впереди еще потенциально может быть третий раунд. Пока здесь до досрочного завершения далековато. Да и в этом еще 3 минуты. Да, в принципе, здесь очень много времени. Есть времени и в этом раунде поработать. Халиди здорово использовал возможность подняться и справа там набрасывал в голову. Так амплитудно, хорошо, плотно бил. Оттягивайся, дыши, контролируй дыхание. Да, здесь пока, наверное, вот аплодисменты как раз-таки от рефери. С надеждой на то, что несколько активнее будут парни. Да, и, кстати, рефери, я думаю, вполне может и поднять, потому что не дает Абдрахимов работать сопернику, и Михайлиди ничего особо придумать-то не может. А вот сейчас, да, вот хороший удар. Всем корпусом еще вложился в этот. Ну, вот то, что сейчас тренер говорит Михайлиди, встать и потом обратно, да, получается, с ударом вернуться, это очень энергозатратная работа. Потому что, по сути, тебе надо встать, на тебе соперник висит. Тебе нужно оторваться от него и обратно туда же с ударом упасть на него. И все по новой. Поэтому то, что сейчас вроде бы, с одной стороны, активности мало, вот такой внешней, но при этом физически очень много сил уходит. Ром, я, честно, не заметил, что сейчас, почему схватил за руку рефери одного из... Прихват был за экипировку, нельзя хвататься. А, я просто не обратил внимания, что же произошло, почему так. Да, вот сейчас ровно в свой угол как раз смотрел Михайлиди. В фулл-маунте, оказывается, Дмитрий. Разворачивается Абдрахимов, отдает спину. Ну, Абдрахимов, мы видели, очень такой ловкий соперник, но сейчас Михайлиди здорово его контролирует. Но, опять же, нет возможности жестко атаковать. Да, и вот здесь можно пересаживаться. Боковое, да. Удушение сбоку и... Все! Да, все. Да, мгновенно вот просыпается сейчас Аман Абдрахимов и понимает, что произошло. Да, в первую секунду он просто начал защищаться. Вот, но потом понял, что его задушили. Да, ручной треугольник в исполнении Михайлиди мгновенно пересел вот здесь, воздействие, все, теряет как раз контроль над своим телом. Все потому, что произошло очень быстро. А ведь не дошел поединок до следующего раунда. Да, здорово, Дмитрий
эту возможность использовал. А интересно, Ром, то, что тренер ему говорил другие вещи. То есть тренер не говорил ему про удушение. Тренер говорил ему, давай поработай сейчас локтями. А Дмитрий увидел, что есть возможность провести удушение. И здорово все исполнил. Кто с мячом к нам придет от мяча и погибнет? Именно это написано на шортах у триумфатора этого поединка Дмитрия Михайлиди. А мы сейчас послушаем Гивет Валтвадзе. На 4 минуте 15 секунде второго раунда победу удушающим приемом треугольных руками одержал боец красного угла Дмитрий Михайлиди. Еще раз поздравляю Дмитрия Михайлиди. Не будет интервью, показывает Гивет Валтвадзе, что нет возможности. Но мы с большим уважением относимся и еще раз поздравляем Михайлиди с яркой досрочной победой. Еще раз смотрим основные эпизоды из предыдущего прошедшего поединка. Возвращаемся на 58-й турнир ММА серии. На очереди пятый поединок, бой в среднем весе. В синий угол октагона приглашается боец из Египта Абдель Эман. Абдель Эман, боец 95-го года рождения. Он из Каира, Египет. Представляет клуб «Монстр», чемпион Египта по кикбоксингу, чемпион Африки по K1. Ну, тут вот эти все регалии, они... Тут чемпион Африки по K1 звучит немного так расплывчато, не совсем понятен состав участников и вообще каков уровень данного турнира был. Но, тем не менее, 15 боев в смешанных единоборствах Абдель Эман уже провел, 9 побед, 6 поражений. Но в последних вот 4 боях у него 3 победы, 1 только поражение. Прошлый бой, кстати, он выиграл техническим нокаутом в первом раунде. Ну и в целом, в основном побеждает нокаутами. С сабмишинами 2 победы, решением не побеждал никогда. То есть из 9 побед все досрочно у Абдели Имама. Интересно, что из 6 поражений тоже все досрочно, решениями не проиграл. То есть человек, который не выигрывал, решит до финального, вот этого, финальной сирены, ни разу не доводилось, 15 боев. Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. В красный угол приглашается его соперник из России, Николай Никитенко! Николай Никитенко, ему 32, он из города Краснодар и, наверное, такого форматообразующего клуба. Для Краснодара это клуб «Кузня». Сразу же приходит в голову Артем Фролов, который представляет этот клуб. Ну а сегодня звездный час для Николая. 3 победы, ни одного поражения в его активе. Заходит Николай в клетку. Последнее приготовление. Необходимо избавиться от одежды, оставить только экипировку. Что, собственно говоря, и происходит. Рост 180 сантиметров, 84,2 килограмма вес. Ему
Его базовый стиль – это бокс. Боец в синем углу. Ему 27 лет. Рост 1 метр 82 сантиметра, вес 84,5 килограмма. Из столицы Египта, города Каир, представляет клуб «Монстр». Он чемпион Египта по кикбоксингу, чемпион Африки по K1, чемпион MFC. Его рекорд 9 побед при 6 поражениях. Абдель-Эмма! Его соперник – боец в красном углу. Ему 32 года, рост 1 метр 80 сантиметров, вес 84,2 килограмма. Из солнечного Краснодара представляет клуб «Кузня». Его рекорд – 3 победы в 3 боях. Николай Никитенко! Рефери в октагоне Артем Алексенко. Абдель-Эмам и Николай Никитенко готовы будут с минуты на минуту сойтись. Как только будет клетка закрыта, вот сейчас все готово. Поехали. У нас два, по сути, базовых ударника, да, в клетке. Поэтому ждем, что в основном поединок будет разворачиваться в стойке. Ну и, наверное, ждем досрочного окончания этого боя. Да, выцеливает, поддавливает Никитенко. Первыми нервы не выдержали у египтянина. Полетел вперед с боковым. И здесь пытается еще также развить свое преимущество, но проваливает его Николай. Буквально небольшая разница в росте. Повыше на 2 сантиметра Абдель-Эмам. Здесь опять разменялись ударами, которые не дошли до цели. По защите Абдель-Эмам. Ух ты! Лоу. Напомнил он о том, что он кикбоксер. Да, вообще для Севера Африки в целом вот кикбоксер — это такая классическая история. Сразу же вспоминаем марокканца Бадра Хари. Здесь опять летит вперед Абдель-Эмам с ударами. Ясно сознание пока у Николая Никитенко, все в порядке. Даже если где-то попал, то все пока идет по плану. Попытка перевода здесь состоится ли. Насовал здесь несколько ударов в голову Никитенко, пока была попытка. Но все равно не оставляет Абдель-Эмам попытки перевести соперника на канвас. Да, пытается здесь свести руки за бедрами. Упер к сетке сейчас Абдель-Эмам своего оппонента. Ищет возможность. Нырнет ли еще, пока не придумал что. Поработал коленями по бедрам. Это всегда рабочая схема. Да, есть. Совершенно верно. Ждал я уже этот сигнал от судьи. Поактивнее бы. Непосредственно возле нашей позиции как раз парни пытаются разобраться. И здесь в центре клетки сейчас сойдутся вновь. Но мы видим, что для Никитенко Абдель-Эмам пока такая сложная задача. Потому что не понял пока Николай, как действовать против этого. Здорово. О, здорово справа. Сейчас Никитенко попал. Но и Абдель-Эмам тоже попадает. Да, обменялись очень хорошими ударами здесь. Крутил бэкфист неудачно, подавливает. Явно, конечно... О, левый боковой от Абдель-Эмама. Подскакивают на ноги египетские секунданты. Ну, очень эмоционально подсказывают. Но, на самом деле, сейчас... Ну, скажем так, ох, неплохо попал Никитенко. Закачался сейчас. Что, да, потряс он, надулись. О, еще. И сам пропускает. Справа и слева прилетело. И как стоит сейчас Абдель-Эмам? Неужели титановый подбородок у этого парня? Ну, учитывая, сколько раз он проигрывал, наверное, нет. Но не падает он от первого же плотного попадания. Как можно подумать по его рекорду.
И вот также Абделимам, кстати, сейчас попал, потому что Никитенко несколько шагов назад сделал. Пошел с серии, такую классическую двойку забрасывает, оттягивается, ищет, ищет хороший нокаутирующий удар. И есть он у Никитенко, осталось всего лишь попасть. Здорово здесь отзащищался на первый взгляд Никитенко. Это всего лишь на первый взгляд. Хорош очень Абделимам здесь забрался все-таки в борьбу. Из этого положения Никитенко хорошенечко с левой зарядил. Будут ли локти? Ну, вот было ощущение, что Абделимаму нужно было время для того, чтобы перевести дух. Такое ощущение, что долго его не отпускали эти несколько пропущенных ударов. Но вот как раз он и сделал это максимально эффективным способом. Перевел соперника. Сейчас, правда, снизу Никитенко хорошо работает. Корпус голова от Абделимама. Последние мгновение уже раунда, да, и хватает энергии и силы, обрати внимание, пытается перемолоть в этом положении Абделимам своего соперника. Так размашисто, хорошенечко пытается ударить, не на статистику, абсолютно точно на урон, на повреждение. По углам расходятся парни. Статистика на ваших экранах. На стороне, безусловно, Абделимама. Более продуктивен он был. Но при этом, с точки зрения тяжести попадания, вот именно самые тяжелые удары как раз нанес Никитенко. 100%. Это вот как раз эпизод не так далеко от самого конца. Вот с этого все началось. Справа. Сам Никитенко пропускает. Но вот здесь вскользь удар прошел. И да. вот они, попадания Никитенко. Ну, вообще любопытный раунд. Во-первых, ну, с точки зрения того, что Никитенко все-таки фаворит этого поединка и должен быть предпочтительнее. Но несколько сюрпризов гость из Египта преподнес своему сопернику, и поэтому, конечно, мы с нетерпением ждем начала второго раунда. Второй раунд. Ух, по блоку пытается поймать здесь как раз на контратаке. Николай немножко попятился назад и вновь начинает сначала. Здорово! Летит вперед с очень тяжелыми попаданиями Абделимам. И Никитенко, есть у него шанс встретить, но пока не получается поймать вот этот момент, когда бросается соперник на него. Потому что временами Абделимам очень открыто летит вперед. Тут главное вот поймать момент начала атаки. Ой-ой-ой, вот здесь ошибся сейчас попыткой прохода. Едва Никитенко не наказал за этот элемент. Вкладывается в правую Никитенко. Да, удар пролетает мимо цели. Как раз Никитенко говорят о том, что нужно дергать соперника, потому что забывает иногда он это делать. В откровенный размен пускаются уже парни. Возле сетки прижимает Абдель-Эмам своего оппонента. Пытается коленями, здесь пропускает. Закачался Абдель-Эмам. Перевод очень неудачный от Абделимама. И в итоге в фулл-маунте оказывается Никитенко. И фатальным может стать как раз эта ошибка. Поработая здесь и справа, и слева, локти подключит Николай. Я думаю, что не будет никуда спешить. Хотя, ух ты, здорово избавился от этого положения Абделимам. Будет ли вообще здесь? Я думаю, нет. Я думаю, не будет Никитенко лезть в борьбу, и рефери в конечном итоге поднимет. Подсушивает пока вот эти бедренные части. Хлестка по ним побьет. Ну, уже можно поднимать, я думаю, потому что ну, слишком мало действий. Вот это, кстати, хороший был удар, прям по ягодице.
Да, вот если бы ты, Григорий, остановил бы поединок, то уже все, не было бы этого удара. А мы смотрим еще этот поединок. Еще, возможно, некоторое количество урона все-таки Никитенко получится. Ну все, вот кончили сейчас. Кончилось терпение у рефери. Сейчас еще опаснее, кстати, выглядят эти парни, потому что понаполучали здорово. Но как летит египтянин вперед? Удивительно, как Никитенко не получается этим воспользоваться, потому что настолько открыто иногда он прям вот подбородок вверх. О, вот наконец-то справа на коротке Никитенко пробивает. Попытался забраться в борьбу здесь за обе ноги. Вроде бы завел руки, получится ли оторвать от сетки. Хорошо, ух ты. Хорошо отзащищался Николай. Но ненадолго забрался здесь за спину все-таки египтянин. Вот здесь точно защищался и вышел из этого положения. Нырнул сюда. Нырнул затылком, наверное, первый раз вижу такое. Еще пропустил, еще навстречу пропустил. Попадает Никитенко, хорошо повело соперника по печени мидл. Закачался, закачался здесь Абделимам. Попытка перевода не от лучшей жизни. Абсолютно точно, потому что в Гроге находится Абделимам и не может встать. И именно поэтому сейчас как раз и будет нырять туда в борьбу. Корпус пробивает, причем так откровенно. Николай Никитенко разворачивает. О, хорошо развернул. Подсказывает, чтобы перейти, нужно на боковой контроль. Но одну ногу пока что египтянин фиксирует, поэтому Никитенко нужно вырвать ее. А вот фулл маунт переходит очень легко, кстати. И вот здесь близок, кстати, уже рефери к остановке. Да. Здесь, я думаю, что недолго, когда бой будет остановлен. Еще набрасывает Николай Никитенко. Можно останавливать. Вновь с правой попадает. Все. Закончен бой, дамы и господа. Николай Никитенко устал сам, но завершил этот бой успешно. Дожал, переборол, пересидел, перебил. Все, что можно было, сделал лучше Николая в этом поединке. Ну, вроде бы в порядке Абделимам. Вот сейчас, да, Николай говорит, надо мне драться в 77-84 какие-то большие. Ну, действительно, разница в смешанных единоборствах между категориями очень большая, в отличие от бокса, где переход в категорию соседнюю не так критически ощущается, как в смешанных единоборствах. Шишка серьезная под глазом левым у Абделимама, и он так немножко на макаронинах, как таких на пляшущих ногах, едва-едва поднялся. На 4 минуте 13 секунде второго раунда победу техническим нокаутом, свою четвертую победу в четвертом бою одержал боец красного угла Николай Никитенко! Еще раз поздравляем Николая Никитенко. Нехотя так немножко пожимает ему руку Абделимам, который едва-едва покидает клетку. Кузин сегодня торжествует. Еще раз поздравляем их с победой.
Это по-прежнему 58-й турнир MMA серии Fighters Mansion. На очереди шестой поединок, наилегчайшая весовая категория. И в синий угол октагона приглашается боец из России Виталий Косицын. Виталий Косицын, 24 года этому спортсмену. Он из Рязани, представляет клуб «Арта». Мастер спорта России по ММА, чемпион Центрального федерального округа по ММА, бронзовый призер чемпионата России по ММА и бронзовый призер чемпионата России по панкратиону. Что касается профессиональной карьеры, то на счету Виталия Косицына 11 поединков, 6 побед, 4 поражения, 1 ничья. Прошлый свой поединок он проиграл решением, но до этого вот у него была беспроигрышная серия из 4 боев, 3 победы и 1 ничейный результат. Да, интересно, что из 6 побед ни разу не выигрывал нокаутом. Виталий дважды побеждал сабмишеном и 4 раза выигрывал решением. Но из 4 поражений все были решениями. Приглашается его соперник из Бразилии, Клодуальдо Феррейра! Клодуальдо Феррейра появляется в компании Марсио Сантоса, который уже достаточно известен в российской ММА-среде по прозвищу Гамач. Прозвища у Феррейры нет, зато есть достаточно продуктивный рекорд. Начал он с 5 побед подряд в 2016 году. Первое поражение ему нанесли раздельным решением. Досрочно он проигрывал в первом раунде удушающим. И в своем последнем поединке в рамках уже ММА-серии, и этот же поединок он был по совместительству первым в лиге, тогда Якову Якимову досрочно во втором раунде нокаутом Клодуальдо уступал. Заряжает Марсио Санто своего подопечного. Боец в синем углу октагона. Ему 24 года. Рост 1 метр 62 сантиметра. Вес 57,5 килограмма. Из Рязани представляет клуб «Спарта». Он мастер спорта по ММА. Чемпион ЦФО, бронзовый призер чемпионата России по ММА. Бронзовый призер чемпионата России по панкратиону. Победитель турнира памяти Алексея Калинина. Его рекорд 6 побед при 4 поражениях. Виталий Косицын! Его соперник – боец в красном углу. Ему 31 год. Рост 1 метр 65 сантиметров, вес 57,5 килограмма. Из Сан-Паулу, Бразилия, представляет московский клуб «Гор ММА». Его рекорд – 7 побед при 3 поражениях. Клодуальдо Феррейра! Рефери в октагоне Артем Алексенко. Ну что ж, Виталий Косицын, Клодуальдо Феррейра. Между Гор ММА и Бразилией вообще налажены великолепные связи. Бразильцы тренируются здесь, наши там, выступают бразильцы здесь и наоборот. В общем, двигаемся вперед и смотрим противостояние между Рязанью и Сан-Паулу. Косицын осторожничает. Как-то более агрессивно идет вперед Клодуальдо. Да, очень эмоционально Марсио Сантос намекает на работу джебом. Ух. Поймал момент Косицын, хороший лоу-кик. Еще поддавливает Клодуальдо. Вправо, влево корпусом качает. Да, судя по всему, вперед, как бы подстегивает Марсио Сантос. Если
я все правильно понимаю, по-португальски. А здорово здесь отстрелялся вроде бы Косицын. Да, ну прям нависает над соперником Феррейра. Хлестка. Косицын смело так кинулся на соперника. Да, но рука у бразильца на месте здесь. Еще комбинационно действует Косицын. Не почувствовал нужную для себя дистанцию. Здесь достал и, по-моему, в лоб пришлось попадание. Там шишка, кстати, образовалась уже у Феррейры. Хорошая, ой, такая разноименная серия. С левой и правой middle kick. Отлично все залетело по бразильцу. И вот поджал, поджал здесь и хайки. Прилетел, и непонятно, там было по защите или нет. Здесь прижатым оказывается к сетке вновь Виталий. Здорово. О, хорошо развернулся и спину соперника забирает. Ноги бы заправить, чтобы контролировать, а то так соперник развернуться может. Да, вот. Да, заправляет правую ногу и пытается левую заправить, да. О, попытка удушения. Плотно. Пошел, да. Прием, да-да-да, очень плотно глубоко рука. Заведена рука. Да, все! Остановка, дамы и господа. Виталий Косицын одерживает досрочную победу удушающим приемом сзади. Бразилец и... сидит на коленях и, видно, корит себя за эту ошибку. Прям корит, ест себя изнутри. Два поражения подряд в ММА-серии у Клудаля Феррейры. Косицына поздравляем. Здесь все он сделал очень четко, прагматично. Да, ведь ключевой момент был, когда Косицын как-то от сетки сумел извернуться, вот прям выскользнуть из рук соперника, и раз, и оказался у него за спиной. Да, пошел Марсио Сантос пожать руки секундантам, проявить уважение и оппоненту в том числе. Тут честная абсолютно победа. Да, мы слушаем Гиви Твалтвадзе. Наш шестой поединок продлился 2 минуты и 29 секунд. Победу удушающим приемом сзади одержал боец синего угла Виталий Косицын! Поздравляем Виталия Косицына! Отличная, хорошая победа, и мы двигаемся дальше.